Грузинский авторитет родился в Эчимчире в 1972 году. С юности окунулся в криминальную жизнь, выбрав для себя воровские жизненные приоритеты. Воровскую корону получил в 99-м, в возрасте 26 лет. Короновали его два законника Элгуджа Кублашвили Гижуа и Гоча Чехладзе Че. В том же году Заур попал в руки московских оперативников. При нем было обнаружено наркотическое вещество. Однако никакой информации о тюремном сроке нет. Возможно, до суда дело так и не дошло. В 2003-м статус Гвадзабии был поставлен под сомнение Мирабом Джангвеладзе, Мирабом Сухумским и всеми его сторонниками. Все произошло после конфликта между Зауром и двумя законниками – Гурамом Адишария, Буи и Кахой Макалати, Кахой Абашским. Их ссора началась с того, что, будучи нетрезвым, Гвадзабия позволил себе высказаться как-то нелестно в адрес Шакро. С того момента авторитет предпочел залечь на дно. После 11 лет тишины имя Заура вновь всплыло. На большой сходке в Турции в 2014 году при заступничестве Махаре Гварами Маци Синакского авторитету вернули его статус. Однако в 2015 он вновь был непризнан, на этот раз в Москве, законником Надаром Алаяном, Надаром Белиским. В настоящее время статус Заура Сухумского находится под конфликтом.